В основе любой фотографии, ее основа – это документальность. И для меня очень важно, насколько документальность совместима и восполнимым словом художественность. Вот эти два понятия – документальность и художественность. В любом творчестве, и в живописи, и в музыке, тем более в фотографии, меня интересует больше всего отношения между людьми. Самое сложное – найти тему, особенно социальную тему, психологическую тему, драматическую тему. И уже следующий этап – это как эту тему технически реализовать. Поэтому темы я ищу очень долго и еще дольше снимаю их. Есть серии, которые я снимал и 10, и 15, и 20, и 40 лет я снимал одну серию. И со смертью своего героя эта серия закончилась. Для меня фотография, фотожурналистика – это искусство сомнений. Я до сих пор сомневаюсь, а тем ли я занимаюсь 46 лет. И с недоверием отношусь к тем, кто не имеет ни доли сомнений в том, что делает. Любое творчество, и музыка, и живопись, и театр, и кино, и балет, и фотографии в том числе – это некие постижения себя самого, это искусство сомнений. Ну, наверное, в общем-то, через фотографию я стал немножко мудрее и образованнее, и умнее, потому что это великолепное средство самообразования. Жизнь, она очень многообразна. Фотография вообще, фотожурналистика уникальная. В профессии я считаю, что равной ей нет. Меня интересует обыкновенный человек. Обыкновенный интеллигент среднего звена. То есть та провинциальная интеллигенция, на которой строится вся идеология русской жизни в 19 веке, в начале 20 века. Это сельский учитель, сельский врач, библиотекарь, артист провинциального театра. Вот что интересует меня. Поэтому, значит, надо искать своих героев в той реальной жизни, не в Москве и не в Питере. А хотя бы в 100 километрах от Москвы. Там иная в России, там иная жизнь.